Привет! Сегодня хочу поделиться одним из моих любимых рецептов закуски, а именно брускетта с томатами и сыром. Для их приготовления потребуется 2 средних томата, 50 грамм сыра, желательно твердых сортов, 8-10 ломтиков хлеба для тостов, 1 пучок петрушки, 1 зубчик чеснока, оливковое масло, соль и черный перец. Начнем с того, что подготовим хлеб. Выкладываю его на противень и ставлю духовку, разогретую до 180 градусов, до тех пор, пока хлеб не зарумянится и не станет хрустящим. Помидоры сначала нарезаю ломтиками, а затем мелкими кубиками. Выкладываю нарезанные помидоры в салатник. Затем сыр нарезаю также сначала ломтиками, а потом мелкими кубиками. Сыр выкладываю к помидорам, петрушку нарезаю мелко и тоже выкладываю в салатник. Затем добавляю измельченный чеснок и примерно 2 столовые ложки оливкового масла. Солю, перчу по вкусу и хорошо перемешиваю. Осталось только выложить смесь на хлеб и можно подавать на стол и угощать гостей. Приятного аппетита!